Начинаются работы по реконструкции двух ярославских стадионов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который принимает Россия в следующем году. Общая стоимость работ порядка 300 миллионов рублей из федерального, регионального и городского бюджетов. В первую очередь преобразования коснутся полей стадионов «Шинник» и «Славнефть». Уже к осени должен быть готов газон, однако до начала соревнований на нем нельзя будет играть. Это одно из требований ФИФА. Также будут усилены меры безопасности. На «Славнефти» также планируется возвести дополнительное здание. Срок сдачи объектов – май следующего года. Контроль будет непрерывный и строгий. Те консультанты, которые у нас работают на сегодняшний день, это лучшие специалисты в области футбольных полей в России. Они строили и открытие арены, и другие новые стадионы, которые недавно были построены. То есть здесь мы по качеству уверены на 100%. Все работы, которые производятся на стадионе, каждый день они будут под присмотром специалистов. Что касается нашей футбольной команды, до конца сентября «Шинник» будет играть на выезде. К этому моменту планируется сертифицировать и восстановить запасное поле. Там установят трибуны и поменяют покрытие. Все будет соответствовать нормам Российского футбольного союза.